Много больных? Да ужас, ужас просто. Дай им Бог здоровья. Больной, опять шутите? Бога нет. Бога нет, но есть врач. Вы? Я. Врач? Угу. Тогда точно Бога нет. Врача вызывали? Да, вызывали. Да, кто больной? Ну, я кто же еще здесь больной? Как хорошо. А что хорошего-то, а? Пример такая. Ага. Если первый больной мужчина, к счастью. Как говорит мой шеф. Ага. Будем лечить или оставим в живых? Кого? На что жалуемся? В боку болит. Вот здесь вот справа. Сердце. Сердце. Так сердце ж слева. Да? Ага. Точно проходили. Сердце с той стороны, где часы. Правильно. Температуру мерили? Температуры нет. Как нет, что ноль? Почему 36,6? Вот ведь выше нуля, значит повышенная. А я всегда думал, что это нормально. Что с врачом спорите? Потом, если все нормально, зачем тогда вызывать? Так в боку-то болит. В боку болит. Может, у вас укусил? Кто? Кто? У вас клопов не бывает? Доктор, да какие клопы в наше время? Вот у нас на старой квартире были, так знаете. Да никого у меня не бывает. И потом у меня болит внутри. Понимаете, вот там вот внутри. Внутри? Внутри. Интересно. А чего же у вас там внутри? А может, вы меня послушаете, а? Хорошо, больной. Давайте. Я вас слушаю. А-а-а. Да нет, я имею в виду стетоскопом. Ну, штучка такая, струбочка. А, вот, вот это. Что ли? Ага. Это проходили. Ну, слава богу. Правда, вы говорите? Это они... Ой, больной, у вас там что-то тикает. Вы случайно часы не проглотили? Доктор! Да как интересно, прелесть! Прелесть-то прелесть, но в боку болит. В боку болит, может, у вас печень? Я не думаю, при печени белки глаз желтеют. Да, ну-ка покажите глаза. Ага. Ой, они у вас не то, что желтые, прямо коричневые уже. Типичная желтуха. А у меня с детства глаза карие. Значит, желтуха врожденная. А если бы они у меня были черные? Не дай бог, это черный оспа. Ну, если не печень, то тогда что? Ну, тогда вы могли предположить у меня приступ аппендицита. Больной, предполагаю у вас приступ аппендицита. А, доктор, я боюсь. Не надо бояться. Вырежи под наркозом и все. Я боюсь, это не то, доктор. Аппендикс у меня вырезали в прошлом году. Да? Ага. Ну-ка, откройте рот. Ага. Ты что, разведенный, что ли? А как это вы узнали? Кольцо у тебя на левой руке. А я думал, по зубам, как у лошади. Если бы ты был лошадью, тебя своими зубами давно надо было прострелить. Доктор, что такое? Больного рота откройте. Ага. Шире. Да когда ширить, я не огорчаю. Ну что, издеваетесь, что ли? Ага. Где же вырезали? Когда я его вижу? Кого? Аппендикс. Вы не путаете, а? С чем? С гландами. А где же тогда аппендикс? У меня в боку болит, понимаете? В боку, в боку, в боку! Прошу, в боку! Ага. А не в Ереване! Ой, вот. Потом ваш бок меня уже достал! Неужели? Что у вас там? А вы не думаете, что у меня там локальный воспалительный процесс, а? Почему же не думаю? Думаю, а как это? Это можно определить аналитическим путем. На что намекать? Говорит, ты прямо, я же врач! Я имею в виду анализы. Ну, там кровь, моча, желудочный сок. Все соки полезны. Очень хорошо. Значит, мне надо теперь придерживаться строгой диеты, да? Ничего жирного, острого, соленого. Почему-то я киски люблю. Да нет, вы мне диету-то прописываете. А то я киски люблю, ужас как. Значит так, пишите рецепт. Вы рецепт-то сумеете заполнить, а? А больной шутите. Уж как-нибудь. Не знаю. Приходил тут до вас один практикант. Он мне от кашля слабительное прописал. Ну и как, помогло? Помогло.
Могло. Целый день кашлянуть боялся. Больной отшутите. А вот у меня шеф. Одного больного лечил от желтухи. А он оказался китайцем.